Эй, друг, как с меткостью? Эй, ты! Сюда! У тебя пушка. Умеешь пользоваться? А что, тут кто-то не умеет? Я думаю, ты нам поможешь? Тут собаки совсем одичали. Ходят стаями. Одна из них как-то странно себя ведет. Слушай, несколько лет назад мой пес заразился бешенством. Он тогда всех кусал, ломал зубы, пускал пену, лаял, как сумасшедший. Думаешь, есть пес с бешенством? Да, я ее видел вчера. Мой пес выглядел так же. Скажи, где искать. Спасибо, но ты осторожней. Она вожак стаи. Другие собаки к ней не суются, но ее стая всегда рядом. Я разобрался с проблемой. Спасибо. Убивать собак никто не любит. Но тут уж или они, или мы. Они тебя не укусили? Нет, но если увидишь пену изо рта, сразу убей меня. Пойду куплю ружье. Ха! Что смешного? Пойду я уже. Пока. Постреляешь?
пошел! Заняли аванпост, но работы... Закончили. Слушай, проверь доску объявлений. Thank you.
Ты водишь нормально?
хорошо будешь? За хрень! Если ты знал, куда я собираюсь, почему Джейсон, не сказал? Джейсон, не кипятись ты так. Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет. Сначала преподам тебе урок истории. Готов к этому? Тогда слушай. Представь, здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы япошки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак? Нет. Высечь бы тебя. Да посильнее. Но знаешь что? Я лучше высеку Кита. Они искали Чао Сука Яна. Флагман, на котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться с кучей добра, включая, да, мой чертов нож! Это все. Береги себя. Урок окончен. Я убью этого ублюдка! Здесь все сильно разрушено. Здесь люди Васа? Наверное, Фьюз. Убить Камнюка!
Вперед. Джейсон, сыграем в Индии. Работало. Нужен тот уступ. Два ключа. Легко.
что я ищу? Черт! Так, мягко и тихо. Находишь. Я знаю. За тобой же тянется след из трупов. Тебя и слепо-глухонемой найдет. Впрочем, мне все равно. Ты идешь? Давай, дай руку. Я не нашел нож. Доволен? Не-не-не-не-не. Джейсон, я недоволен. Я просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Заигрался, что ли? Хорошо. Мы с Китом тогда тоже во что-нибудь поиграем. Я нашел только это кольцо. Так оно же явно от компаса. Ну давай, засовывай. Это что за чудеса? Мое сердце трепещет в предвкушении. До встречи, Джесс. Ты знаешь, куда я могу пойти, да? Нет, друг. Знаю, куда идешь.